Гэтую праграму калісьці рыхтавалі для найстарэйшага ў расійца ад пецярбургскага цырка на фантанцы. Яе бачылі ў Японіі, Францыі, Карэі, Аўстраліі і іншых краінах свету. На гомельскім манежы артыста маскоўскага цырка выступалі 15 гадоў таму. Вы знаете, мы с огромным удовольствием приезжаем всегда в Гомель и в Гомельский цирк. Здесь прекрасный цирковой зритель, который действительно тут же у вас цирк очень много лет существует, начиная вот этот 72-го года, мы это хорошо знаем. И за это время более 200 программ у вас отработало. У вас все самые лучшие артисты отработали, публика разбирается. И учитывая такой замечательный прием, значит, наша программа нравится зрителям, мы очень рады. Стваральники программы рассказывают, за годы існавання гэтае шоу отримало усе магчымыя цирковые узнагароды. У ёй задзейнічаны лаўрэаты международных фестывалей, заслуженные артисты России и нават двойчы рэкардсмен книги рекордов Гиннесса Михаил Иванов, який виртуозно жонглируе мячами. Дарэчы, артистами такого узроўню могуць похвалиться немногие цирковые программы свету. Усяго у гэтым шоу працуюць паўсотні артистов, яшчэ больш дрессированных живёл. Гэта кошки, собаки, кони, малпы и нават тхары. Впервые, вы знаете, что это, ну, медведи лазят по деревьям, медведи лазят там куда-то по заборам, а вот наши медведи будут ходить по проволоке. Вы знаете, это очень тяжелый труд, чтобы научить медведя ходить по проволоке, и причем без страховки и на высокой высоте. Так что это высокое достижение вот Александра Иванова. Адзінай сюжэтнай лініі ў праграме няма. У ёй хутчэй сабрана лепшае, што стварыў маскоўскі цырк за апошнія гады. Аб'ядноўвае нумары руская традыцыя, яркія нацыянальныя касцюмы, клоуны з матрошкамі і, вядома ж, бурыя мядзведзі. Убачыць усё гэта гомельскі глядач зможа да 4 снежня. Ганна Кавалёва, Яўген Макеенка, Тэлерадо, кампанія «Гомель».